Половина бывших детских садов Перми была продана незаконно. Об этом сегодня заявил глава краевого правительства Геннадий Тушнолобов на заседании Общественной палаты Пермского края. В числе проблемных территорий он отметил Пермские и Краснокамские районы, а также город Пермь. Я и на недавнем заседании Гордумы в присутствии прокурора говорил о том, что 50% бывших детских садов в городе были проданы, причем все незаконно, потому что как социальные объекты они не подлежали приватизации, но нашли лазейки и продали. Глава правительства подчеркнул, что речь идет не только о детсадах, но также о дворцах культуры и дворцах спорта. На заседании было предложено инициировать прокурорскую проверку итогов приватизации муниципальной собственности.